Я считаю, что очень важно принимать участие в предварительном голосовании молодежи, потому что будущее зависит от нас. Это предварительное голосование вообще примечательно тем, что у нас треть кандидатов – это молодые люди в возрасте до 35 лет. И поддерживать их приходят, в общем-то, по возрасту примерно тех же годов ребята. И я думаю, что такой курс партии на обновление, да, на привлечение молодежи, от которых выбирали среди волонтеров, общественников, активистов – это очень правильное решение. –